В Санкт-Петербурге в рамках творческой мастерской отца Анатолия Першина в православном кафе «Пастораль» состоялся сольный концерт матушки Людмилы Кононовой. Зимний вечер зрители провели в прекрасной атмосфере. Кафе «Пастораль» на Матросова 20 уже известно православной аудитории. Каждый второй четверг месяца кафе становится площадкой для творческих музыкальных вечеров мастерской отца Анатолия Першина. Нынешним вечером в кафе «Аншлаг». Отец Анатолий пригласил выступить матушку Людмилу Кононову, автор-исполнителя, поэта-музыканта, чьи песни знают и любят уже не одно десятилетие. Аккомпанировал певица петербургский гитарист Юрий Бобылев. На вечере матушка вспомнила свое раннее творчество. Оказывается, в 80-х годах 20 века было еще опасно петь на глубокие и духовные темы. Посвящение деду, расстрелянному в 37-м году. Да не видела я, как костями дорогих засевались поля, как стонала по детям родная земля, да как жены и матери выли, когда в текстах Людмилы Кононовой читается история России. Наверное, поэтому они так трогают сердце. Матушку любят. Ее хотят слушать, хотят с ней общаться. Она так вот находит такие нотки вот в сердце, которые вот можно затронуть. И вот сердце вот бьется в унисон с ее вот творчеством. Отец Анатолий признался, что у него тоже есть любимая композиция. Она называется «Пространство песни». Давай оставим про пространство мира. Давай найдем с тобой в пространство песни. Все удивительнее бестелесней. Пусть на земле еще темно и серо. Давай придвинемся к огню. Творчество матушки Людмилы я знакома уже очень давно. Вот, я слушала ее на православных выставках, очень полюбила. Ее голос просто, он что-то вот начал раскрывать в моей душе и оживлять ее. Матушка Людмила все время радует нас своими новыми песнями, совершенно замечательными. Вот, но сегодня вот мы слышим тут еще песни 80-х, 90-х годов, которые сейчас вот открываются как-то даже по-новому. Наверное, потому что мы с ее песнями взрослеем, вот, и как-то открывается много нового. По всей вероятности, действительно высокое творчество. Вечер прошел на одном дыхании. Гости с нетерпением ждут новый концерт матушки Людмилы в кафе «Пастораль».